Итак, что мы имеем в исходном? Сегодня после дождей земля, конечно, влажновата, но надо хоть немножко ее побить. Подготовить половинку. Я решил все-таки не бегать через срединную межу, а разбить именно ту часть земли, которая у меня пойдет под посадку. Так что сейчас немножко поколотим.
такая петрушка. Конечно, сырая земля. Эта земля сырая. Но в один проход я ее вперед, когда я иду, разравниваю. Назад профрезеровываю слегка 10-сантиметровыми фрезочками. Так вот, где-то половину запланированного участочка я уже сделал. Сейчас потихоньку сделаю и вторую половинку.